Озвучка Джейкуб представляет. А кто сказал, что они не пойдут? Те, кто поднял руку, может пойти домой. Тогда это сделают сотрудники. А, это правда. А затем... Подождите, дайте мне подумать об этом. А где мне это разместить? А, это правда. А также... Мне будет 30 через 2 года. А ну, я чувствую, что становлюсь более похожим на ребенка. А теперь... А, верно, да. Мой день рождения прошел, так что мне 28. 5 лет? Начну с первого. Я хочу сказать тебе только приятные вещи и скажу, что я люблю тебя еще сильнее. Хотя это обычное дело, я все еще хочу сказать тебе, я люблю тебя. А, вы написали это к песне? Я хочу говорить тебе только приятные вещи. И скажу, что я люблю тебя еще сильнее. Хотя это... О, что это? А как мне это спеть? А, точно. Я не знаю, что сказать. Это часть, да? Но я хочу говорить тебе только приятные вещи. Как мне это спеть? И хочу сказать, что люблю тебя еще сильнее. Хотя это... А, верно, да? Хотя это обычное дело, я все еще хочу сказать тебе, я люблю тебя. Но это трудно. Попробую следующий. Я должен все это спеть? Там еще есть? Когда я смогу закончить все это петь? Мне не идти домой? А но после этого я не пойду домой. Как вы думаете, куда я пойду? Думаете, я пойду в компанию? Пойдем вместе. Давайте устроим корпоративный ужин. Если бы я дал каждому из вас выпить сегодня, я бы просто... Я бы просто дополз до дома. Черная роза? Женщина, которая пьет за кого-то. Здесь много черных роз. А мне кое-что интересно. Есть ли здесь еще несовершеннолетние? О, не говорите об алкоголе. Здесь же дети, о боже мой. А вы старше их? Сок? Я не могу возиться с этим. Это также транслируется в прямом эфире. Хватит упоминать алкоголь. Так что дайте взглянуть. Когда я все это сделаю? Должен ли я выбрать? Спасибо. Я прочитаю следующее. Это весело, правда? Нет, это на корейском. Это корейский, но я думаю о том, как мне это все спеть. Я тоже не могу представить это в своей голове. Я попробую просто прочитать. Что ты скажешь? Как это будет передано? Я с нетерпением жду этого. Никогда... Никогда не изменится. Здесь не светло. Мы чувствуем то же самое. А, концовка работает. Итак, подождите.
Что вы скажете и как это будет передано, я с нетерпением жду этого. А, я говорю тебе, это никогда не изменится. Здесь темно, и мы чувствуем то же самое. А, ребята, вы чувствуете то же самое, что и я. Так что не волнуйтесь. Я думаю, что в текстах был именно этот смысл. Спасибо. Пожалуйста, скажите мне, когда остановиться? Мне сначала попробовать. Опять что-нибудь. Я попробую поискать что-нибудь на английском. А вы сказали мне не поворачиваться к вам спиной, да? А мне отсюда не видно. А это так сложно. Из-за нехватки времени, пожалуйста, сделай только 3 или 4. Это потому что... Пожалуйста, освистайте их. Простите, мне жаль. Да, английский. Тихо. А это не то. Здесь тоже есть еще один. Что? А, сзади еще больше. Я не должен только этим заниматься, верно? А вероятно, это будет там. Что вы об этом думаете? Светло. Я скажу вам одну вещь. Это разговорный жанр. Вы не должны смеяться, пока говорите такие вещи. Как мужественно. Вот это. Понятно? А я хочу говорить на английском. Возьмем корейский. А нет, я хочу попробовать, но это очень сложно. Стоит ли мне это прочитать? Есть ли слова? Достаточно сказать. А нет, это почерк группы, верно? А вот, здесь есть человек с хорошим почерком. Это выглядит немного легко. Как мне сказать? Что? Слова, которые я использую... Я попробую. Какую из них вы хотели бы? Я так много хочу сказать, но даже если это не будет передано тебе, хочу, чтобы ты это знал. Расскажем друг другу, что мы чувствуем. А что вы думаете? Это нормально? Стоит ли мне попробовать с этим? Как мне это сделать? Я так много хочу сказать, но даже если тебе это не передадут, а я думаю, что это неправильно. Я так много хочу сказать, вот так? Но даже если это не будет передано тебе, хочу, чтобы ты знал. Нет, не так. Ай, мне очень жаль. Я хочу это сделать для вас. Нет, я не знаю. Это так тяжело. Я бы хотел, чтобы вы пришли и спели это. Кому это принадлежит? Ой, она здесь. Как мне это петь? Сделать это вот сейчас? Думаю, я очень грубо спел. Прошу тебя спеть это прямо сейчас, когда так много людей здесь. Спасибо. Но слова такие красивые. Спасибо. Но я не знаю, как мне это петь. Простите. Тогда мне прочитать еще парочку и уйти, да? Этого достаточно? Нет? 태현 сейчас на Виверс, так что упомяните... А, 태현 здесь. Что?
А мы будем очень рады, если ты приедешь. Если бы ты пришел, мы бы очистили здесь все и снова сделали викник. Верно, ребята? Сыграть здесь в пинг-понг еще раз. Зеленый кардиган и костюм Симпсона. Джикник. Чикник? А название не очень. Ребята, это все, что вы придумали? Ви? Минкник? Это тоже не очень звучит. Чимкник? Чимкник, это нормально, да. А в любом случае, попробую еще два. Подождите секундочку. Это просто. Судя по тому, что я вижу... Ух ты, это... Смотрите, тут очень много текста. Стихи такие тяжелые, так что я напишу письмо Чимин. Так что... Тексты такие тяжелые, так что я напишу письмо Чимин. Спасибо тебе огромное за то, что ты всегда был рядом со мной, когда мне хотелось заплакать и сдаться. Даже когда время проходит. О, это так, да? Есть люди, которые тоже написали длинные письма. О, здесь еще английский. Я всегда буду на твоей стороне. После этого я ничего не смогу прочитать больше. Вау! Что? Я люблю всех вас! Спасибо! Я хочу улучшить свои знания английского языка, но мне очень жаль. Спасибо, это последний. А, ничего нет. Все слова такие красивые, но это трудно петь. Никакие слова и выражения не подходят к тому, что я хочу выразить, но я все равно скажу тебе спасибо, что ты мой певец. Эти слова действительно прекрасны. Никаких выражений, никаких слов. А я думаю, вот так правильно, верно? К чему все это? Я думаю, так правильно. Но я все равно скажу тебе. Все равно тебе скажу. Спасибо, что ты мой певец. Да, я думаю, это на это похоже. Да, спасибо вам за все. Я соберу это все. Я сказал, соберу. Я сказал, соберу, да? Я просто заберу их все с собой. Я вернусь на исходное место и поговорим немного. Итак, ребята, как только вы... Если человек из первых рядов соберет все идеи и расскажет мне... сделать это в прямом эфире? Вы хотите увидеть, как я это читаю в прямом эфире? О, это звучит неплохо, тогда я заберу это все с собой. И когда я буду проводить прямой эфир в компании, я прочитаю их вместе с вами. Звучит хорошо, а когда? А вы собираетесь меня так беспокоить? Что? Пообещать? Но у меня палец слишком короткий. А дате мы объявим в ближайшее время. Потому что... Что? Да, в любом случае... Да, позвольте мне проверить, что здесь еще есть. А нет, это было то замечание, которое я только что сделал. Хотите, чтобы я повторил это замечание еще раз? А, да, Диа Армии. Давайте это тоже проверим. А вот что я чувствовал сейчас. А нет, я чувствовал это.
Как и ожидалось, я снова осознаю, что мы действительно улица с двусторонним движением. Да, это правильно. Они это хорошо написали. Мы улица с двусторонним движением. В такие моменты Намджун говорит что-то вроде этого. Между нами существует теория параллельной вселенной. Он говорит что-то в этом роде. Я сообщаю вам это, но этого нет в сценарии. И пришло время подвести итоги производственного дневника Чимина. Специальный разговор. Примерно через сколько минут можем мы сделать это? 20 минут? А тогда нам стоит потусоваться еще минут 20 и вперед. Давайте поговорим 10 минут, а потом, с тех пор, как я встретил вас... А я купил пленочную камеру, чтобы фотографировать. Если мы сделаем одно фото вместе, я сделаю его позже, и я не буду вам показывать. Да, я передам это вам, не волнуйтесь. Тогда, чем вы хотите заняться в течение 10 минут? Разговаривать? Просто разговаривать со мной? Звучит отлично. А он не был. Он записался. А почему? А, в армии? А я не знаю. Тогда я попробую на него оказать давление. А вообще-то Юнги мне приказывал больше, чем вы думаете. Так что я думаю, что тоже смогу приказывать Юнги. Но Юнги, возможно, для вас это будет странно, но я был на связи много времени с Юнги в последнее время. Мы тоже много разговариваем по телефону. А да, он много работает, но на самом деле, по разным причинам, мысленно, это не может не утомлять, правда? Но он остается сильным и тоже много думает о вас. В каком-то смысле все наши участники думают о вас и всегда много думают. Правильно ли, что нас не видят фанаты так часто? Мы всегда сожалеем и говорим об этом между собой. При этом Шуга тот самый, который думает о вас больше всех. Итак, он много говорил о вас. И до того, как Юнги Хён записался в армию, мы вдвоем пили соджу. А, сок, это был сок, хорошо? Я выпил сок, ладно? Опустите этот сотовый телефон. Вы записываете то, что я говорил там о соджу? Ни за что, в любом случае. Сок. О, мы выпили много сока. А есть что-то вроде этого? Красная крышка? Ай, что мне делать с этими дамами? Даже не смотрите налево. Сразу просто идите домой. А в любом случае, мы много говорили о таких вещах, и это приходит на ум даже в последнее время. И я пришел сегодня поговорить об альбоме, да? Я пришел поговорить о документальном фильме и об этом альбоме. В конце концов, я работал над альбомом. Потому что вы слушаете мою музыку. Это было для вас. Если бы было что-то, что я хотел бы сказать вам после выпуска моего альбома, я не могу сообщить вам никаких подробностей о моей личной жизни. Но отношения — это самое сложное и самая неприятная часть жизни. И тем не менее, один из самых благодарных и счастливых моментов. Поэтому я рассказал о своей борьбе, которую испытал в этом альбоме. Что я вам хочу сказать, так это то, что такие тяжелые времена еще будут. Наверное, там много людей, кто сейчас борется в одиночку, и много людей с разными дилеммами. Если вы каким-то образом не выразите то, что вам сейчас тяжело, в конечном итоге вы выражаете это в странном месте. Так что для меня я хорошо проведу время и поправлюсь. Но алкоголь... Ой, сок.
А после того, как я выпил сок, было довольно много раз, когда я был счастлив и когда начинал плакать. Я не плачу очень часто. Раньше я много плакал. А я знаю, вы, наверное, мне не верите. Но так как я сильно изменился, я не особо плачу в последнее время. А я плакал и... Думаю, мне просто хотелось плакать. Я хотел рассказать кому-нибудь, что мне очень тяжело. Когда я не могу выразить такие вещи, я это делаю. Поэтому, когда это произойдет и с вами, кто бы ни был, если у тебя никого нет, напиши сообщение на Виверсии. Хотя я могу пропустить и не увидеть, поскольку публикуется так много всего, а мне очень трудно прочитать все самому. Надеюсь, есть место, где вы можете выразить подобные эмоции. Это было бы действительно здорово, если бы это была твоя семья. Но на самом деле, нелегко рассказывать такое своей семье, да? Есть очень много моментов, когда ты больше не дружишь со своим другом. Я надеюсь, что у вас всех есть место, где вы можете поделиться своими чувствами. Думаю, я так и думал во время производственного процесса. Да, это все. А нет, я не страдал. А я думаю, что я такой же, как и вы. Я просто еще один человек, как и вы. Я человек, который растет и живет. А в будущем, типа, я просто всегда это чувствовал. Я еще далеко не взрослый. Я думал об этом часто. И даже в будущем я хочу много с вами разговаривать о том, что я чувствую во время этого процесса. Если вы расскажете мне много чего, что вы чувствуете во время этого процесса, я думаю, мы сможем видеться еще очень долгое время. 80 лет? Оно... Ребята, у меня большой интерес к науке. А я действительно так делаю. Генетика, наука о мозге. Я ищу такие вещи. И я думаю, что мне исполнится 80. А в 80... Да, когда я думаю, а до какого возраста я смогу танцевать? Можно сидя? А, я могу петь просто сидя? Танцевать под Run BTS, когда мне будет 80? Пожалуйста, напишите свое имя и передайте его в нашу службу поддержки. Вы умерли. Посмотрим, буду ли я танцевать в 80 или нет. А в любом случае... Я часто говорю «в любом случае», да? А в любом случае... Это моя разговорная привычка. И есть ли какие-нибудь речевые привычки у вас? Я думаю, если я сделаю... Что, панк? Я говорю панк? А, Чонгук? Чонгук говорит на диалекте? А я действительно не могу сейчас сказать ничего. Как вы говорите на диалекте? А говорю ли я с ним так прямо сейчас? Вот так глупо? Вы из Сеула, да? Кто это был только что? Это совершенно стандартный корейский. Тот, кто сейчас смеется. Кто сказал нет? Тебе тоже следует записать свое имя. Да, в любом случае. Это так весело, верно? Честно говоря, я немного нервничал перед тем, как прийти, потому что мне пришлось прийти одному. А вы тоже нервничали? Тоже нервничали? Вы шутили, как только я пришел. А ну вы нервничали при этом? Как и ожидалось, нам предстоит встретиться, чтобы развлечься, да? Но я надеюсь, что таких возможностей будет много. Встреча с фанатами? Но я работаю в последнее время. Что? Да, все верно. Но дело в том... Это не обещание. Это было вынуждено. Но даже сейчас... Я сейчас тщательно проверяю это. Хотя это может и не сработать. Что?
Подождите, Тэхён должен был прийти сюда. Но вы же не знаете, что он мне ничего не сказал. Типа, давай напишем песню и что-нибудь, что касается даже бегущего человека. Что? Он просто так говорит. Он, наверное, лежит в своей кровати. А вот так, только в нижнем белье. Я хочу прийти к тебе. А даже не умываясь. Разве нет? Простите. Позвоните ему. А я профессионал, поэтому не беру с собой мой мобильный телефон, когда встречаюсь с вами. А взять у вас один телефон? А думаете, я бы продался за такое? Дал бы вам номер моего друга? А вы можете стереть номер? Я чувствую, что вы бы его восстановили. Нет. А давайте сфотографируемся через 2 минуты. Что? Что? А, да, спасибо. Но я говорил с продюсерами на рассвете. И это был номинант на премию «Самая продаваемая песня». Вау, серьезно. Даже просто быть номинантом очень... Большое спасибо. А вы действительно все, что у меня есть. Спасибо. А я действительно хотел преуспеть. Это было как... Так что вы... Я знаю, что вы все относитесь ко мне доброжелательно, и мне очень нравится моя работа. А вот почему я хочу сделать много хорошего для вас. Я всегда говорю вам, что очень жду... Нет, я стараюсь, у меня все хорошо. Я борюсь, потому что я хочу работать лучше. Да, хорошо. Хорошо, я гений, хорошо, спасибо. Я крут, спасибо. Я ненадолго спущусь, чтобы сделать фото. А тоже пойти назад? Тогда меня не будет видно на фото. Я бы пошел, если бы было свободное место. А, ребята, они сказали мне, что я должен сделать фото ниже. А, да, это потому что не будет видно. Хорошо? Мы договорились? Okay, хорошо, okay. Тогда я спущусь. О, отсюда. Они собираются поправить мой макияж. А должен ли я просто взять это? Часть 3. Время фото с Арми. А. Что? А здесь для меня есть отведенное место. Что, что вы сказали? Поза? Подождите, должны ли мы сделать это после того, как сфотографируемся так, в первую очередь? Хорошо, поскольку она здесь? Видно? А нет, я не вам, ребята. А мэм, а вы хорошо меня видите? Да. О, боже мой. А что?
А, верно, это ведь не обыденная история. А я тоже вас люблю. Я люблю тебя. Сделаем еще одно. Хорошо. Это наша особенная история. Ух ты, я так благодарен. А я тоже это заберу с собой. Разве не забавно, что есть сценарий? А я всегда делаю то, что хочу. Но поскольку мы зашли так далеко, я надеюсь, что они продолжат писать сценарии, когда происходят подобные события. Когда есть сценарий, мне понадобится время, чтобы оценить сценарий вместе с вами. А когда они это изменили? Они написали «Отвечай свободно». Огромными буквами «Отвечай свободно». Но это так весело. А, мне жаль. А потом сделаем позу здесь, и здесь, и там. Потом я сделаю заключительное замечание и уйду. Как красиво. А я пойду в эту сторону. Я пойду в эту сторону и вернусь. Красиво, приятно, очень приятно. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Сколько лет? А не просите меня угадать ваш возраст. А вдруг? Около 14 лет? 13? А я только что попробовал угадать. Почему вы так удивлены? Привет. Ребята, мне пора идти. Я ношу рубашку наизнанку. Что? Хотите, чтобы я показал вам изнутри? Мои штаны расстегнуты. А, правда? Ведите себя так, будто ничего не видели. А в любом случае, ребята, сегодня было очень весело. Очень смешно, правда? Армии такие. А это... Что это? А выйти таким образом? А в какую сторону мне выйти? А, туда? Они говорят мне туда выйти. Но мне все равно придется идти этим путем, да? Они сказали, что мне нельзя там идти. Подождите, подождите. А мы быстро принимаем, не так ли? Хорошо. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Что вы сказали? А, потом сделать вот такой круг и выйти? Хорошо, тогда вы не пойдете тоже вставать со своих мест, да? Ладно, тогда я сделаю круг, спущусь вот так и уйду. А в любом случае, было очень приятно увидеться с вами сегодня. Это было весело. Дорогие армии, какую часть мне спеть? Все это спеть? Тогда мне следует петь первый куплет оригинала. Потом моя хачи, то оттоке чонайчи. Что? Что это такое?
А мне еще и станцевать? Что? Сделать like crazy? Я не хочу. Хотите, чтобы я исполнил Set Me Free прямо здесь? Когда армии повзрослеют? А я ухожу сейчас. Но это неизбежно, потому что им и здесь надо закрываться. Будьте спокойны. Только... А сегодня было очень весело, и каждый момент и день общения с вами — это ново и драгоценно. Если в следующий раз у нас будет еще один такой шанс, давайте продлим это и сделаем что-нибудь веселое вместе. Как вы сказали, я буду усердно работать над созданием песен. И когда-нибудь устрою концерт. Буду петь песни и сделаю все это. Хорошо, тогда сегодня я уже пойду. Сегодня было очень весело, спасибо. Я люблю вас. Принести микрофон? А, я оставлю его там. Я сделаю круг. Это была озвучка Джейкуб. Все озвучки, которые не выходят на YouTube, публикую в своих группах. Бусти, ВКонтакте, Телеграм. Подписывайтесь. Ссылки в описании. Да, ребята, мероприятие закончилось, поэтому, пожалуйста, займите свои места, и мы сделаем еще одно объявление, когда вы сможете выйти. Пожалуйста, подождите несколько секунд.